Вывести строительный мусор в районе 6-го причала. С такой просьбой жители Самарского района обратились к главе города Елене Лапушкиной. После сноса незаконного киоска образовалась свалка, убирать которую будет подрядная организация по муниципальному контракту. Его должны заключить до конца марта. На объезде Самарского района Елена Лапушкина побывала на проблемной площадке. Такое место знаковое, красивое очень. Да. Это, могу вам сказать, что в апреле месяце весь строительный мусор будет вывезен. Там будет чистая, ровная площадка. А по вопросу использования, ждем прежде всего от вас предложение, как бы вы хотели ее использовать. Будем советоваться и жителями Самарского района, может быть, какие-то другие будут предложения тоже. Еще один вопрос, с которым пришли жители на прием, касался восстановления ограждения и благоустройства детской площадки на Максима Горького, 107. Сюда на прогулку приводят детей с 144-го детского сада, так как у самого дошкольного учреждения своей площадки нет. Родители волнуются, оборудование в аварийном состоянии и требуют замены. Там даже отсутствует ограждение. То есть вот в одном месте там то ли самосвал, то ли... я не знаю, по каким причинам, но вот вы не могли бы как-то поспособствовать? Заменить ограждение площадки планируют за счет средств районного бюджета. А для того, чтобы комплексно благоустроить всю территорию, жителям предложили поучаствовать в программе формирования комфортной городской среды. Лариса Шлафаст, Мария Елчан, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События.